звучат шафары. Пришествие Господне приближается. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо за этот добрый вечер. Спасибо за завершение еще одной трудовой недели. Пятница, вечер. Спасибо тебе, Господь, за наступающий субботний день. Твой день, святой день, день Господень. Благодарю тебя, Господь. Ты, Господин субботы, Машиах Иешуа, Христос Иисус. Аллилуйя. Приветствую вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Шалом алейхем, малахей ашаре, малахей льон, мимелех, малахей амлахим, акадош баруху. Приветствую вас, ангелы, посланники Всевышнего, приходите с миром к нам, пребывайте с миром, ангелы Всевышнего, среди нас, прибудьте с миром. И идите с миром также, ангелы Всевышнего, посланники Божии. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Шаббат шалом, Господь. Шаббат шалом. С наступлением нового дня, твоего святого дня. И был вечер, написано. И было утро, день седьмой, с началом седьмого дня, дня покоя Твоего, милости Твоей. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. Аллилуйя. Да, слава Богу, братья и сестры. Приветствую всех, приветствую свою семью, привет передаю с Киева своей супруге, деткам, внукам, котам, всем-всем-всем. Привет огромный, слава Богу. Вот, и у меня здесь подготовка к шаббату. И сегодня встречаем сам шаббат, собственно. Вот. Как там получится? Наверное, слишком высокая коробка будет. Сейчас что-нибудь найдем. Такое. Аллилуйя. 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 Так, я, наверное, возьму, вот есть бокс такой есть, который как раз, на балконе здесь бокс лежит, такая коробочка такая, как раз, думаю, хороша, блин, для свечей. О, аллилуйя, 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 вот так вот, зажгу свечи. Да, Вадим написал здесь: шаббат шалом, брат. Харьков приветствует вас. Аллилуйя. Привет всем святым в Харькове. Привет с Киева. Мирной доброй субботы во Христе Иисусе. Олег пишет: здравствуйте, Сергей. Слава Господу. Привет вам из Владимира. Очень рад приветствовать всех во Владимире. Часто вспоминаю в молитвах церковь Эммануил, Пятидесятников, Баптистской церкви там проповедовал. У харизматов в разных церквях во Владимире проповедовал, во Владимирской области. Вот, там гусь хрустальный где-то еще там, да, слава Богу. Вот, так что даст Бог, осенью, там даже ближе к зиме, снова у вас побываю.
Вот, Мина пишет: «Шаббат шалом, брат, епископ Сергий, привет из Германии, из Брамше». В Брамше, да, всем святым радоваться, помню. У меня, кстати, где-то записи даже с Брамше. Там большой семинар был как раз, очень такой памятный для меня семинар. Слава Богу, аллилуйя. И всех святых приветствую. Зажигаю шабатные свечи. В традиции такой еврейской обычно зажигает хозяйка дома. В семье, когда празднуем мы. Но вот сейчас вот я сам зажигаю. Сам себе режиссер, сам себе вот зажигаю свечи. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам шаббат и повелевший зажигать свечи шаббатные. Свет Мессии Иешуа, Христа Иисуса, Он сияет нам. Благословен Господь, благословено Царство Твое. Благословен Ты, свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, Мессия Иешуа, Иисус Христос, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя, которым спасены, которым спасаемся. Мина пишет: у меня сохранились CD с этого семинара встречи, слава Богу. Да, давно уже в Германии не был. Уже, кстати, уже 10 лет не был, да. Ну, в молитвах вспоминаю. Даст Боже, побуду, побываю вскоре. Вот. Благословляю церковь в Румынии, нашего епископа Богдана Ионеско. Мне надо будет сделать визу. Здесь, в Киеве, делают быстро визу в Румынию. С украинским паспортом вообще не проблем, но у меня нет украинского паспорта, поэтому я, хотя украинский епископ, но я гражданин России, поэтому мне надо делать визу в Румынию. Ну, а там, приехав в Румынию, я думаю, вместе с Богданом или отдельно, я не знаю, как получится, смогу быть и тогда уже и в Германии. Да, Мина пишет, где-то лет 10-12 точно прошло уже. Вот, привет там передавайте братьям, сестрам, скажите, что вот осенью смогу, наверное, послужить тоже вновь, даст Боже. Вот, но в Берлине, скорее всего, а там Господь усмотрит, как дальше, слава Богу. Вот зажигаем свечи, успокаиваемся, это самое непростое в этом, в потоке времени живущему человеку, во временном измерении самая непростая задача, казалось бы, самая простая, но она и самая непростая, это покоиться, это действительно успокоиться, остановиться, потому что мы живем во временном потоке, в этой реке времени. Это Божье творение, это прекрасное, но после грехопадения даже и время, оно стало нам изменять. Вот, и знаете, друзья, братья, сестры, прекращаем всякие помышления наши, останавливаемся. Вот, это прекрасно, что раз в неделю у нас есть в таком цикле нашей жизни, раз в неделю у нас есть остановка с Господом. Вот, и это очень важно, это мощнейшая профилактика против трудоголизма, который является бичом нашего времени и проблемой. И, в общем-то, лечится сложнее даже, чем алкоголизм или наркомания, трудоголизм. И самая лучшая профилактика является ничего нового под солнцем. Библейские, старые, добрые библейские, да, советы, в первую очередь, заповедь сама Божья. Да, передам пастырям Валентинова тогда, сохранил его Господь, слава Господу за все. Аллилуйя! Слава Господу! Пусть Бог благословит вас, братья, сестры. Слава Богу! Благословляю вас! Кстати, если в Германию поеду, то тоже хочу. Я и в Румынии с этим семинаром хочу поехать как раз. Именно Израиль и церковь, церковь и Израиль, о нашей преемственности, о многообразии тела Христа и о еврейской составляющей в теле Мессии. Вот, к сожалению, вот, да, есть небольшая техническая такая сейчас вот проблема, да, она внезапно так получилась у нас, но ничего, вот, думаю, что Господь сейчас поможет нам восстановить эту трансляцию. Боже, благослови,
благослови Господь. Да, потому что на самом деле, потому что у меня этот телефон, зарядка очень быстро садится. Или как, не знаю, батарейка что ли, да? То есть очень быстро заряд уходит, и все, и телефон вырубается. К сожалению, вот так вот. Тоже молитесь о устройстве техническом тоже, и в этом отношении тоже. Вот. Но уже с воскресенья начнем об этом тоже молиться. Я напишу об этом, наверное, тоже как раз. Вот. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Да. Не, слава Богу, за китайцев, конечно. Это вот Xiaomi у меня. Xiaomi. Ну, дешевый такой вариант. Есть Xiaomi и такие, смотрел я, дорогие, и такие, как бы, крутые Xiaomi. Вот. Слава Богу, из-за Китая, за всех. Постепенно, постепенно так вот народы развиваются. Слава Богу за все. Попробую сейчас по новой запустить. Вот. Или же, да, но другую же запись делаю. Ой.